Мы горячо приветствуем людей труда Москвы и Подмосковья, которые в колоннах профсоюзов вышли на улицы нашего любимого города. Сегодня мы демонстрируем единство и солидарность в борьбе за соблюдение прав трудящихся, за создание для них условий достойной жизни. Что праздник, потому что 1 мая, потому что весело, и все мы здесь вместе. Ура! Как твой вопрос сегодня пришли сюда? Ой, я не знаю. Вопрос. Не знаю. Ой, нет. Я не знаю. Не знаю, заставили. Нас заставляют ходить сюда. 1 мая всегда был просто праздником, даже без всяких политических как бы ориентаций. Так что мы просто как на празднике. Да здравствует компартия! Партия трудового народа! Ура! На праздник международной солидарности трудящихся всех стран и России прежде всего. Победа будет за нами. Может быть, через час, а может быть, через год. Но мы с вами встретимся. Для меня этот праздник вернул себе первоначальное свое значение. День международной солидарности трудящихся в борьбе за свои права. Скажем так, это ежегодное мероприятие, это выгул новых красных штанов. Мы солидарны с левыми в том, что интеллектуальной собственности не существует. Потому что мы не можем же взять мысль в рабство, или чтобы она принадлежала только нам. А мысли принадлежат всему человечеству, и мы отстаиваем свободный файлообмен. Что Каир, что Москва, лишь борьба дает права. Что Каир, что Москва, лишь борьба дает права. проблемы. Не знаю, наверное, это праздник. Все-таки весна пришла, и мы надеемся на перемены. Я каждый год хожу сюда. И буду ходить до тех пор, пока не будет Путина. Чурова намыло! Намыли! Чурова намыло! Выйди на улицу! Верни себе город! Выйди на улицу! Верни себе город! Я хочу демократии и свободы. Давно хочу, сколько себя помню. Россия без Путина! Россия без Путина! Можно вопрос задать? А почему сюда пришли сегодня? Ой, вот ее спросите. Да!